Парни, заряжай! Кто там у вас? Торговцы оружием? Наркотой? Две дамочки, которые подделывают купоны! Похоже, будет жарко. Может, нам еще и танк пригнать, босс? 2-138-55. Уверены? Да у вас куча купонов. Ваш трофей. Йоу-йоу-йоу, пора экономить Джоджо. Что пикантней, они или я? Не ты. Мам. У нас огромные долги. Разве мы не достойны большего? Достало быть нищенкой. Мы стали рабами системы. Знаешь, кто побеждает? Те, кому пофиг на правила. Где ты их взяла? Если написать в компанию жалобу, они присылают бесплатный купон. Все эти купоны печатают в одном месте. Мы благородные воры. Да, украдем купоны и будем продавать их тем, кому они реально нужны. Это же куча бабла! Эй, подпевай! Baby, I got your money, don't you worry! Мы расследуем дело о подделке подарочных купонов. Это приносит компаниям убытки в десятки миллионов долларов. Мы богаты, детка! Это кризис национального масштаба. Где девчонка Эрл? По-моему, очевидно, что Эрл не знает. Составьте фоторобот! Фоторобот? Да кто она, блин? Джек-потрошитель! Для обладателя купона не так важен подарок, как чувство халявы. Они ловят от этого дичайший кайф. Это даже круче, чем половой акт. Ну, так говорят. У вас не приняли купон или у вас с сексом беда? О чем это она? Hey, hey, hey!